Всем привет, друзья! Привет! Мы в Турции, в городе Кемер. И в этом видео мы хотим поделиться с вами нашим отдыхом. Надеемся, что вам понравится. Приятного просмотра! Приятного просмотра! Кемер – курортный портовый город на Средиземноморском побережье Турции, в провинции Анталия. Расположен в 42 километрах от города Анталия у подножия Таврских гор и входит в так называемую Турецкую ривьеру. Кемер находится в исторической области Ликия, хранящей следы Александра Македонского, Марка Антония и других великих полководцев древности. Мы приехали в центр Кемера. Сейчас немного прогуляемся. Уже успели зайти в несколько магазинов. Так просто присмотреться. В первую очередь мы искали, где можно купить сим-карту. Но, ребята, будьте внимательны, потому что турецкие операторы мобильные, к сожалению, немного хитренькие, потому что продают для иностранцев стартовые пакеты исключительно в одной ценовой категории. Стартовый пакет сим-карта стоит 155 турецких лир, либо же 23 доллара, но советуем покупать в лирах, потому что выходит по факту где-то долларов 17. То есть, ну, сами понимаете, какой курс. Ну, все равно ничего с этим не сделаешь, потому что они для иностранцев, у них только один пакет. Казалось бы, можно сохранить сим-карту для следующих поездок в Турцию, но нет, она действительно всего 3 месяца. Вот так вот. А мы сейчас идем в сторону моря. Здесь есть парк, поснимаем его. И посмотрим, как выглядит море в центре Кемера, потому что мы живем в поселке Гуйнюк. Это примерно 10 километров от центра. Ну и все вам покажем. Поехали. Погнали! Мы уже пришли к морю. И сейчас ищем более-менее уединенное место для того, чтобы Ваня мог взлететь. Вообще, конечно, промониторили много информации на тему полетов дроном в Турции. И все законодательство турецкое, оно ориентировано исключительно на летательные аппараты, которые свыше 500 грамм. Ну, то есть урегулировано все, связанное с такими летательными аппаратами. Но тем не менее дроны, у которых вес меньше, они как бы в такой определенной юридической яме, потому что не урегулировано абсолютно правила полетов. Наш дрон весит 430 грамм. Мы распечатали письмо, которое получили из Министерства авиации, где написана эта информация, что не урегулировано. И поэтому будем пробовать на свой страх и риск летать. Поехали. Пока Ваня разбирает дрона, к нему подкрался зверюга. Смотритель пляжа. Ну тут весь пляж таких смотрителей. Тоже хочешь полетать? Может, он нашей кошкой пахнет? Хороший он себе местяк выбрал. Таким-то видом. Море в Кемере невероятно бирюзового цвета. Вода очень прозрачная, и одно удовольствие в ней плавать, потому что море просто выталкивает тебя на поверхность. В самом центре Кемера пляжи галечные, крупная галька. И я бы от себя рекомендовала при купании иметь специальную обувь или же заходить в море с понтона. Такие понтоны есть практически у каждого отеля. Лично я выбирала бы отель все-таки не в центре Кемера, а в одном из его курортных поселков, так как пляжи там намного шире и более оборудованы. В центре Кемера пляжи имеют открытый доступ, и каждый может на него попасть.
Это большой плюс для местного населения, но немного неудобно, если ты отдыхаешь в отеле. Также очень развиты различные водные виды спорта. Так что если ты заскучаешь, просто купаясь или загорая, ты всегда можешь найти себе занятия для души. Между прочим, сегодня 22 октября. Но по турецкой погоде так и не скажешь. На улице очень-очень жарко. Мы, в общем-то, успели уже сегодня утром немного обгореть. Но... Поэтому, если кто-то боится прилетать отдыхать в Турцию в октябре, то, в общем-то, погода еще прекрасная. Море теплое, солнышко светит. Но очень рекомендую. Советуем поступать немного умнее и изначально покупать крем для загара, а не после. Ну просто в Польше у нас с этим возникла небольшая проблема, потому что в Польше уже давно закончился сезон купательно-загорательный. И, в общем-то, в магазинах трудно найти средства защиты от солнца. Ое, моречка. Отличительная черта Кемера – это огромное количество надписей на магазинах, супермаркетах, в отелях, даже в маршрутках. Все на русском языке. Что самое интересное, 90% местного населения, либо же просто людей, которые здесь работают, понимают русский язык, причем на довольно-таки высоком уровне. Ну а также объявления в аэропорту, в магазинах. Тоже на русском языке. А вон там, вон вдалеке, беленькая полоска. Это Анталия. Гуляя по Кемеру, мы в который раз убеждаемся, что турки поражают своим знанием русского языка. Чем мы можем сейчас убедиться вместе? Как тебе это, Илон Маск? Ой, кто это к нам такой идет? Тимон. Красивый кот. Отличительная черта Турции – это то, что везде много котов. Причем довольно-таки упитанных котов. Чувствую себя как дома. Эй. И что надо? Загорают вообще-то. Private property. Please go away. Вань, это твой новый друг? Угу. Какой красивый. Тоже любишь море? Какой он стильный, видишь? Или она? Не боится камеры. Вдоль моря протянулась широкая просторная набережная, по которой можно прогуливаться в жаркие солнечные дни или же вечером.
Отели, находящиеся в центре Кемера, имеют небольшую собственную территорию, и власти города построили огромное множество парков, различных развлечений для отдыхающих. То, что мы без маски, это на самом деле неправильно. Потому что в Турции на улице везде нужно ходить в маске. Штраф 900 турецких лир, что равняется примерно 100 евро. Дороговато. Угу. Так без что... маски. Половина четвертого и 32 градуса. Особенно нам понравилось то, что Кемер просто утопает в зелени. Хвойные деревья, пальмы, различные цитрусовые. Все это в сочетании выглядит просто невероятно. Друзья, хотим показать вам Турцию изнутри. Ничего лучше, чем базар, не сможет передать атмосферу колорита. Пойдемте. Мы находимся в центре Кемера. Достаточно большой рынок. В принципе, он именно туристоориентирован. Скорее всего, местные здесь точно не делают покупок. Все продавцы говорят на русском. И пытаются напарить всякий ширпотреб по ценам алмазов. Юльчик, как у тебя впечатление? Алло. Сам базар находится недалеко от главного бульвара Ататюрка. Как нам сказали, то он работает не каждый день, но мы были в четверг, поэтому смело можете приезжать в этот день, и он будет открыт. Турецкий колорит во всей красе. Пробки на базаре. Куда же без этого? Пока нет, спасибо. Спасибо. Доллар, два доллара. А вы что, дорогие, что ли? Здравствуйте. А можно два стакана за доллар? А в лирах? Окей. Сейчас в Турции сезон гранатов. Очень красивые, спелые и вкусные. Покупаем гранатовый сок. Большой стаканчик за 8 турецких лир. Thank you.
можно такую вот большую порцию свежайшего сока из граната купить всего за 8 турецких лир. Сейчас буду снимать пробу. Очень сладкий. В принципе, вообще нет никакой горчинки, никакой кислинки, а просто сладость. Обалденный сок, рекомендую. Сейчас находимся на центральном променаде в городе Кемер. Очень красиво. Горы в сочетании с морем для меня лично являются лучшей комбинацией. Также можно обратить внимание на то, что в Турции очень безопасно. Каждые, наверное, метров 50 стоят такие вот столбы с мониторингом. Помаши ручкой. Какие красоты! Наверняка очень вкусно. Для тех, кто на диете, советую перемотать следующие несколько секунд. Держи. И наше традиционное занятие – кормление рыбок. Их здесь очень много. Почти с каждого приема пищи мы приносим какие-то угощения. Кстати, они нормально трепают и картошку фри, и сыр. Кемер поделен на несколько курортных поселков, из которых можно легко доехать в центр, что мы и делали. В эту свою поездку мы успели пожить в двух разных поселках – Гуйнюк и Бельдибе. Мы также сделаем обзор на отели, в которых мы останавливались. Выбор отелей в Кемере просто огромный. Это множество гостиниц, от скромных семейных пансионатов до роскошных пятизвездочных отельных комплексов. Так что каждый сможет выбрать себе по своим критериям. Окруженный хвойным лесом и горами, подступающими вплотную к морю, Кемер привлекает туристов сочетанием красивой природы и развитой инфраструктуры отелей, магазинов, различных увеселительных заведений, пляжным и морским развлечениям. Из Кемера, как и из большинства турецких курортов, доступно множество экскурсий к другим туристическим достопримечательностям.
возвращаясь к теме отелей, я бы все-таки от себя рекомендовала выбирать отели в поселке Бельдиби. Отели там просто утопают в зелени, находятся как будто бы внутри леса. Виды просто захватывают дух. Воздух невероятно чистый, свежий. И плюс меня подкупает то, что там огромные пляжи. Также там более мелкая галька, что позволяет намного комфортнее заходить в воду, даже без специальной обуви. Мы жили в отеле Amara Club Marine, что находится в Бельведи, и отель в форме корабля, который называется Transatlantic. Об этих отелях мы расскажем в отдельном видео. Сегодня в Турции день республики. Мы сейчас поедем в город. У нас небольшой беспорядок в номере. Покажу вам, как начали отмечание у нас в отеле. Сегодня был небольшой дождь, а теперь вон впереди мы наблюдаем красивую радугу. И красивого меня. Alo hep beraber Rukki ver eller hava hey sap Rukki ver eller hava ya bizim mesin arasından o tügedir. Hep beraber kabu ispili bileti olanlar who save me sticker. Okay eller hava eller 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 okay one two 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 three four let's go. Çek ucu bambara kambuna tahtadan az böyle kaybedecek. Armanı düşmedim on gün kızdırdım beni mahvedecek.
Куда вы идете, молодой человек? На утренний кофе. А после играть в волейбол. Вы пьете турецкий кофе или американо? Конечно же, турецкий. В Турции, а не в Америке. Глупые вопросы. Тут пораньше. Ну ладно, идем. Существует такой стереотип, что Турция – это только all-inclusive и пляжный отдых. Мы можем с уверенностью сказать, что это не так. Благодаря тому, что мы отдыхали в Кемере, мы побывали в древнем античном городе Фазелис, сходили в каньон Гуйнюк, съездили в Анталию, посмотрели водопады, достопримечательности старого города Анталии. В общем, занятий в Кемере можно найти массу. О каждом нашем мини-путешествии мы сделаем отдельное видео, потому что все просто невозможно собрать в одном коротеньком видео. Надеемся, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А мы будем открывать для себя мир и показывать его вам. Всем пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова